возможность выйти на эту сцену. Я начинаю отсчет. Раз. И два. Два с половиной. И судя по всему, девчоночки, поздравляю. Вас по году пятеро в этом конкурсе, поэтому три. Дайте аплодисменты девчатам участницам. Окей, девчат, я сказал, что за главный приз этой ночи нужно будет побороться. Каждая из вас кивнула. Типа, да, я готова. Ну, и, как говорится, у нас на Ямаке есть правило. Взяла мяч, да не хуяч. Поэтому, если кто-то из вас сливается с конкурса, у нас по традиции звучит вот такой грустный звук. Это называется грустный тромбон. То есть под него лучше со сцены реально не уходить, поэтому... Девчата, боремся до конца. Когда нужно будет выключить камеру, ты же сказал. Да, да, я помню, попросил. Итак, девчоночки, можно сейчас выстроиться в линию вот так вот. Вот так вот линия. Умнички, вот разобрались. Вот так, встаю сюда передо мной. А я объясню почему. Потому что у нас, естественно... Братик, знаешь, почему нельзя заниматься сексом на центральной улице Тбилиси? Заебут советами. Поэтому, братик, давай ты мне советовать не будешь. Спасибо, дорогой. Все, и девочка тоже не советует. Пацаны, налейте ему еще коньяка и пива, пожалуйста. Итак, девчоночки, поехали. Смотрите, у нас, естественно, сейчас на вечеринке танцы в трусиках будет несколько раундов. В первых двух раундах мы просто разминаемся. Поэтому приготовьтесь сейчас. Просто в первом и втором раунде повторяем за мной движения. Они максимально простые. Я как будто бы аниматор в турецком отеле. Итак, мы готовы? Свит, давай, поехали, девчата. Первый раунд. Погнали. Пока танцую. Ну что, девчата, поворачиваемся ко мне лицом и ручки приготовили, внимание, и... И бедрами, и еще раз. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Y popa, popa, da. Спасибо. Свит, спасибо. Дайте аплодисменты девчатам в самом начале. Ведь другие, как ни крути, вам не сложно, девчатам приятно. Итак, девчата, первый раунд пройден. Ну, в принципе, почти один в один, почти синхронно, но нормально. Сейчас, девчат, движение Макарены знают все. А вот дальше, второй раунд, такая более современная версия Макарены, немножечко быстрее. Свит, мы готовы? До припева с задержечкой. Девчата, второй раунд, приготовились, поехали! Приготовились. Повторяем за мной. Давай. Итак, девчат, первые два раунда были, в принципе, только такими разминочными, чтобы, как и пацаны, так, разогреть ручки, ножки, все тело. Поэтому, девчата, третий раунд начинается прямо сейчас. И в этом раунде я, как и пацанов, прошу вас сделать одну важную вещь. То есть что? Правильно. Снять трусы. Братик, если хочешь, после клуба с кем-нибудь снимешь. А, девчонки, голый торс, у девчат называется немножко по-другому. Девчонки, попрошу верхнюю часть тела немножечко оголить. То есть остаться в бюстгальтерии. Друзья, поддерживаю по неследованию девчонок. Дайте девчонкам побольше шуму.
Ай. Смотрите на пятую участницу, вот вообще идеальная. Просто эталон того, как нужно выглядеть. Что, братан, на расслабоне, на чиле? Ты похуяришь, качаешься, лето, заебали. Итак, девчонки, смотрите, вот пятая участница идеальная. Участница номер 4. Вот снимешь рубашку, прям вообще идеально. Участница номер 2. Солнышко, под этой черненькой блузочкой что-то точно есть. Попрошу службу охраны пацанов нахуй со сцены убрать. Вот, Серега, смотрите, нам вот пацану достать вообще сейчас не в кассу. Спасибо. Итак, Серега, вот ты на это дрочить будешь дома, да? Серьезно? Братик, я тебе подарю аккаунт на Порнхабе премиум. Спасибо, братик! Красава. Там уже поразвлекаешься. Итак, Юрк, смотрите, участница номер 5, участница номер 4. Идеально, еще нет, Золушки, еще нет. Так снимай, ну, снимаешь или просто можешь платье опустить ниже пояса. Я разрешаю. Осталось разобраться, как это сделать. Поэтому участница номер 1, участница номер 2. Девчата, что мы делаем? Ты идеально, я не смотрю, но под этой блузочкой, маечкой, кодочкой есть точно что-то, правильно? Ты идеально. Ты снимаешь ее или выбываешь? Выбываешь. Тогда снимай. Ну, тогда до свидания, правильно? Но у нас как? Или участвуем, или выбываем. Поэтому, солнышко, как и первый участник, я спрашиваю, снимаешь или выбываешь? Девчонки, смотрите, если даже у вас есть парни, вот ты в лифчике, и ты... Ой, как неловко получилось. Итак, участник номер 5, 4 и 3. Что, малыш, проблема, да? Я понял, большие сиськи иногда тоже проблема, я понял. Вот это называется участвую до конца. Итак, участница номер 2. Я спрашиваю, ты снимаешь блузочку или нет? Ты в лифчике, вот не ври мне. Давай под пиздобол посмотрим, что ты в лифчике. У мужа, спрашиваю у мужа, где муж? Братик, ну что, выбывает или продолжает участвовать? Выбывает? Ну, поэтому, смотри, муж сказал все, я говорю, спасибо, ты, к сожалению, выбываешь или участвуешь. Солнышко, я не буду тебя надолго резить, я считаю до 3. Или снимаешь, или выбываешь. Вот. А кто-то думал, что я пиздобол, да? Ха-ха, кем-то. Ну, короче, скажу честно, первая участница, конечно, она оказалась без того, что на вас, девчата, поэтому можно чуть-чуть подкатить внутрь, ну, чтобы быть приближенной к своим соперницам. Настюш, тебе. Ну, подкати эту штуку. Это что это? Это ремень или что? Да, вот так вот. Снизу, сверху, да, чуть эротичнее. Итак, девчата, поехали. Реально паузу затянули. Поэтому буквально 10 секунд. Девчата, сейчас танцуем красиво. Танцуем цыганочку с выходом. Готовы? Цыганочка с выходом. Это когда вот так вот грудями. Готовы? Раз, два, три. Поехали! Друзья, поддерживаем аплодисментами девчонок. Ой, сразу потрясли добром. Парни, поддерживаем аплодисментами. Спасибо! Ваши аплодисменты! Девчата, да, это было горячо. Поэтому, друзья, прямо сейчас я, во-первых, говорю, что
с этого момента, в принципе, видеосъемка запрещена. Ты фоткаешь? А, это у сова. Нельзя показывать, да? Вырубай нахер телефон, друзья, поэтому сейчас уже только запрещена, потому что я просто диджей, дальше не меньше света. Девчата, напоминаю, какая сегодня вечеринка.